Безусловно, траектория, по которой мы подымаем оружие к плечу для производства выстрела, будет зависеть, как я уже упоминал, от некоторых факторов. В первую очередь, от наличия или того или иного вида одежды, верхней одежды, а также от оружия самого непосредственно. Вот в данном случае, если взять уже гладкоствольное оружие, которое заточено, как говорят сейчас, модно говорить, под тактический вариант, то есть телескопическим прикладом с установкой пистолетной рукоятки и так далее, то, естественно, оно уже вносит такой тип, такое оснащение оружия, уже вносит определенные коррективы в ту же траекторию подъема оружия к плечу. То есть тут уже несколько иной хват, другого плана ложа, сама структура приклада иного плана и так далее. Поэтому каждый из нас отрабатывает этот навык, исходя из своего непосредственно личного оружия. И не следует менять вот эти варианты. То есть неделя у вас вот. Хочется, чтобы он был тактическим в исполнении. На следующей неделе, чтобы он представлял из себя классическое гладкоствольное охотничье оружие и так далее. Или вообще без приклада. Это уже типичный такой малохольный рэмбовский вариант, терминаторский. Абсолютно ненужное это баловство. Так вот, то есть такой уже тип оснастки оружия требует уже несколько иного хвата, иной координации, иной моторики и так далее. Относительно того, стоит или не стоит менять облик классического гладкоствольного оружия со штатным прикладом и с полупистолетной рукояткой. Сложно говорить. Сложно говорить, опять-таки, надо исходить из боеспособности этого оружия и ваших навыков. Если кому-то удобно в психологическом плане и в любом ином, какой тип тактический вариант? Какие проблемы? Никаких проблем. Но, тем не менее, опыт подсказывает, и мой относительный опыт личный, и опыт мастеров – подсказывает то, что когда применяется помповое оружие именно в целях гражданской самообороны, то лучше ничего не менять. Лучше ничего не менять. Вот он приходит, как оружие охотничье, гладкоствольное, со всеми своими штатными прибамбасами, вот пусть так оно сохраняется. Потому что, опять же, это оружие не тактическое. Это оружие охотничье. Даже несмотря на то, что короткий ствол. И определенные технико-тактические характеристики отличаются от классических там двустволок охотничьих, одностволок и так далее. Оно по своей сути, по своему естеству должно выглядеть так, как оно выходит с завода. Выходит от производителя. Не надо из него делать какой-то боевичковый вид оружия. Не надо из него лепить автомат и не надо вот эти тюнинги. И опять-таки, в первую очередь, исходя из практических каких-то моментов, которые исходят из реальной обстановки, в том числе и боевой. Чем больше будет выступов на оружие, тем оно будет усложнять ваши манипуляции и вашу динамику. Исходя из того, что мы им пользуемся в основном в ограниченном пространстве. Поэтому рекомендуется не длинные стволы, стандартные охотничьи, а именно короткие, чтобы у вас было пространство для маневров. И вот такого плана пистолетная рукоятка и так далее. Какие-то иные конфигурации приклада
они могут способствовать зацепам. Вы можете даже запутаться собственными пальцами и руками во всех этих выпуклостях. Вы можете зацепиться за занавески шторы, за какие-то выступающие детали в стене, в двери. И еще всевозможных таких вот вариантов. Нарушается своеобразная эргономика. Вплоть до того, что мы можем нарушить изначально заложенный тактико-технический потенциал оружия. Еще и приплюсуем наше относительное неумение, дилетантство в работе с этим оружием. Вот это все может способствовать вкупе негативным каким-то моментам. Чем оно вот обтекаемее, тем лучше. Особенно если эти навороты, коллиматоры, фонарики в тех местах, где они не предусмотрены, хотя фонарь сам по себе, конечно, очень функциональное приспособление и необходимое во время ведения определенных действий в темное время суток, как на улице, так и дома. Поэтому желательно, чтобы оружие было максимально обтекаемо, в эргономическом плане соответствовало именно вот тому классу, которому он изначально принадлежит.